Для этого корни надо осмотреть и решить, насколько они жизнеспособны. Корни должны быть плотными, обладать упругостью по всей своей длине. Окрас корней должен быть равномерным, зеленым или серебристым. Если притронуться, они должны быть твердые и гладкие. Если корни черные и мягкие, это начало процесса гниения, из-за которого собственное растение и потеряло свои листья. В этом случае спасаем так. Обрезаем все черные и мягкие места до здоровой светлой ткани. Обрабатываем корицей или зеленкой. Процедура обрезания гнилых частей проводят обязательно, чтобы прекратить гибель орхидеи. После обрезки корни обрабатывают от гнили любым фунгицидом и оставляют просушиться до того состояния, когда все срезы хорошо подсохнут. Место, где должны быть корни, обрабатывают корневином, чтобы начался процесс образования новых корней. После выполнения этих действий ее высаживают в кору мелкой фракции или мох сфагнум. Если корней и листьев не было, то остатки цветка ставят в теплицу. Например, пластиковый 0,5-литровый стакан, на дно которого кладут мох, слегка увлажненный. Низ растений не должен касаться мокрого.